На будущий год у СПК «Актобе» большие планы. Корпорация впервые с момента открытия намерена выйти на новый уровень развития. Помочь инвесторам реализовать десятки крупных проектов и остаться при этом в плюсе. По подсчетам руководства, в 2017 году доход компании составит 266 миллионов тенге. На днях буквально рассмотрели бюджет наш 2017 года. По плану, значит, у нас доходы будут составлять порядка 266 миллионов тенге. А расходы 256 миллионов тенге. Соответственно, мы предполагаем, что уже 2017 год из истории СПК он должен быть доходным. То есть, если все это время, даже практически с создания, по-моему, СПК, все время он был убыточным, мы ставим задачу, я ставлю задачу перед коллективом, чтобы мы вышли на прибыль порядка 10 миллионов. В следующем году СПК окажет поддержку в реализации 9 инвестпроектов. Все они получили одобрение регионального координационного совета. Готовность предприятий в настоящее время составляет 80%. Несмотря на сложности в организации строительного процесса, бизнесмены нацелены на успех. Ну, у многих проектов проведены работы строительные, это первичные строительные работы. В рамках подготовки фундаментов, подготовка сетей, подвод воды, подвод канализации и так далее, и так далее. То есть это одна из таких сложных первоначальных частей всех, любого проекта. И это заняло время, потому что индустриальная зона все-таки она была, эти первые самые проекты они. И были небольшие инженерные сложности, технические сложности в рамках и согласований с госорганами, и согласований. Потому что самое тяжело быть первым в любом бизнесе, да, и вот они были первыми. В стадии рассмотрения находятся еще 7 масштабных проектов. Речь идет о строительстве завода по сортировке и переработке ТБО, аквапарка, теплиц круглогодичного цикла, коммунального рынка ТАБС-2, нового рынка по продаже живого скота и многоэтажных домов. Кроме того, при поддержке АО «Кастрансгаз» решается вопрос о переоборудовании общественного транспорта ТУА-автопарк на газовое топливо. Крупные инвестиции планируется вложить также в сферы недропользования и сельского хозяйства. Айсулу Махмутова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».